И вот просто расслабляешь, чтобы поясничка отпускалась. Вдох, и на выдохе расслабляешь. И отпускаем. Вдох. Отпускаем. Даже ничего, через минуту прошли, вы собаки тук-тук-тук, но не сместились влево-вправо. Вдох, выдох. Серега, ты подписчиков поздравил? Есть? Моих поздравил. Да, поздравим твоих подписчиков. Пожелаем им здоровья, счастья, успеха в делах каких-нибудь хороших. Даже не знаю, что им еще пожелать хорошего. Лайк ставьте, комментируйте, банки огромные. Не знаю, пресс, чтобы сухой был. Вообще уровень жира, чтобы шел мимо. Уходил, остался в 15-м году. Этот жир, жир, это же некрасиво. Это же мерзко. Не надо быть таким, как я. Денис, мастер гриля сегодня у нас. Санкционные продукты. Сань, ты чем занимаешься? Рыбкой? Рыбка. Красивое складывание рыбки. Тоненькая. А вы что делаете? Оливье? Мне кажется, это блюдо тяжело. Это вот это да. Советский салат. Че помочь, мать? Хороший какой, пожалуйста. Вот. Помочь? А сидишь просто куда-то не надо? Кстати, такие кислые. Жена. Соль? Да. Она у тебя заканчивается уже, да, соль? Крокодил и грудка. Без грудки никуда даже на ногу. Напиши. Машуня, давай нажми мороз. Запитать мод. Меня вот с этой вот штукой не надо рядом, а то я так не вижу. А она не высокая? Да. Все, друзья, спокойной ночи. Спокойной ночи. Салюта, давай. Пока. 2 часа ночи. Новый год встретили. Ребята обсуждают соревнования, подготовку и план на будущее. Раннее утро. А Димон уже сидит, монтирует.
где-то. Садились на острове, посидели в прекрасном ресторанчике, перекусили, а потом решили пойти на другую сторону острова. Идем уже минут 15. По-моему, уже довольных остается все меньше и меньше. Все больше недовольны. Клыков вообще говорит, на кума мы сюда пошли. Еще тащит, смотрите, Владик тащит вертолет, а он килограмм 10 весит со всем этим чемоданом, плетемся пешком, босиком. Все уже замудохались прилично. Ну, с другой стороны, когда мы еще так походим? Вот так в тропическом лесу, по белому песку, на острове. Красота же, ну красота. Вон Димон идет. Нафига, говорит, мы сюда пошли. Остановка. Я пойду купаться. Я хочу потом пройти. Вообще прям это итальянцы смотрела. Еще и новое.
пипец, такую тачку взял. Крутяк вообще. Харлей. Реальный. С Машей зажигают. Едем? Да туда. С Линдой поедет, а то тоже. Грохнуло со стороны костюма. А, да? Хорошо. Тебе на мотоцикле, да? Ну. Байкер. Запаркуется и пойдет с нами тоже пару подальше. Круто? Да? Понравилось? Прям. А стрёмно, нет? Не страшно? Нет, очень удобно. После того, как мы втроем вчера на мопеде ездили, здесь так на спиночку облокотился, тут есть за что рукой взяться, тут снимать тоже не страшно. Так, момент. Пойдем в магазинчик. Да, сейчас дошёл с Антоном. Подружки, веселушки. Надо было в таких нам делать эти. Дельфин Роза. Конкурс на воде. Я им мою. What? Fisherman? Fisherman. What is he doing? Fish. Fish happy. Fish very happy. Or man happy? Fish happy. Fish happy. No, no. What about this one? No. Как бородатый альманах? Работает. Работаешь? Ну давай. Вот так без приключений все удается. Давай, давай, пишите. Хорошая компания, поехали. Вот это хорошо, вот это еще говорите. Вот это пит для волос масло. Для тела, для лица сок. Вот это. Покажи, что тебе правда 2000. Это 100 000. О! Не обманываю, говори. Это Лёхеру. Скейтбордерская тема. Скейтборд подарили, теперь майку осталось. И научиться кататься. Сэм, Сэм, покупай. Same price. Вот это. Yes. Oh, one second. Oh. For the job. Это миньон среди пук-пуков. Хотим съесть, поехать. Кота. Кота. Just street with more shops. More shops. Restaurants. Restaurant. Cafe. More trans. Trans. Ой, вау. А музыка, музыка, музыка. Известная, да, такая? Кто разбирается, скажите, это Виллис или это этот Jeep Wrangler первая модель?
кажется, Виллис должен быть меньше военный. Мне нравится дрянь такая. Заказали покушать. Том-ям. Микс морепродуктов, кальмарчики, рыба, какой-то тут лангустин, кокосики. Девочки пошли руки мыть, а Ригер с женой разговаривает, с семьей. Приличный семьянин, прям умница, молодец, созванивается с семьей каждый день. Мужчина. Правда, пиво пьет. Покупаем платочки для наших любимых. Орел? Для мужчин только один, прости. Маме видно. Лови. Маме вот голубенький. Покупаем сувенирчики. Недорого. Ты купил подарок? Подарок и купил? Недорого. Вот на таком пати-басе мы сегодня поедем домой. Мэрилин Монро. Смотри, какой нарядный. Сейчас музыка поедет. Да. Пати-бас. Все купил? Да. Залазь. В дудку. Такая сидячая дискотека для лилипутов. Сиди, будем тусоваться.